На соревнованиях, если ты докоснулся до шлямбура, все. Вот эта забитая арматура, вообще тут идет такой специальный элемент шлямбу. Вот, и на него одевается серьга, так называемая. Вот, если, если на соревнованиях, во-первых, соревнования проходятся без болдеринги, иногда там бывает. Нет, верхний проход, вообще не бывает. Вот, всегда лезут снизу, болдеринги, снизу через сама. Коль, там на нем подтянись, сядешь на него, отдохнешь. Красавец. Молодец. Молодец. Стопы? Надо же. Жень, там поруководи, как там, что, куда. Ну, смотри, правую ножку. Да, ставь вовнутрь швеллера. Вот так. Теперь давай пистолетик на ней делаем. Давай. За угол возьми. Нет, другой. Ну да, обеими руками там. Вот, да, 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 да. Давай. Давай, 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 давай. Теперь левую руку. Приходи, да. Левой, правой рукой возьми за какую-нибудь сосульку, которую там головой. О, сюда теперь дать. Вот и переходи. Оп! Красавчик, Коль. Вставай на левой ноге. Вставай. Куда я перехватил? За сосульку, за угол взялся, хорошо? Вот распорку держи левой, правой рукой. Тебе надо, Коль, на левой встать и дотянуться до краешка вон. Давай, вставай. Выше. Левой рукой. Раз. Не трогай, куда руки там, и пальцы не оставляй. Возьми за угол, Коль. За угол проще будет, да. Ты на него просто. Мне уже не нужен. Вторую руку тоже ставь на этот самый, где левая рука. Как на турник, давай. Вот так. Теперь перехватывайся. Левее уходи. Подтягивай. На руках повиси. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Теперь подтянул ноги. Вот так. Еще подтянул. Правую ногу поставь. Правую ногу куда-нибудь поставь, чтобы она не села. Теперь за карниз берись двумя руками. Как давай, как Сталлоне. Как Рэмбо. Еще подтянул. Вторую руку тоже поставь на карниз. Что ты не слышишь меня? Ты скребешься, как мышь, а ты должен две ноги поставить все-таки. Раз карниз подтянулся, два карниз. А... Левую руку на карниз положи. Над головой карниз. И правую туда же. Сейчас. Отдохни, раструси руки, Коль. Отдохни. Я понимаю, что они не хотят сбиваться. Сейчас раструси, раструси, может. Повисеть. Вниз, Коль. Отдохни еще. Руки опусти. Ну давай, Коль. Сейчас. До карнизика обеими руками. Коль, здесь... А? Не хотелось бы туда дотянуть. Да каких сил не хватило? Ты что-то стреляешь? Один карниз взялся, потянулся, второй потянулся. И
ноги поставил на вот эту арку. Ты туда не вылетишь, если это самое. Это турнике. Там надо технически вылететь. Налаживание это такое, что размеренное. Не надо тут бежать, вот куда-то рвать что-то. Спокойно, ты должен вег наставить. Новую руку. Ну давай, Коль, еще попыточка. Коля, попробуй правую ногу вот выше, выше, где у тебя рука правая была. О, подтягивайся. Давай, давай. Ну все, Жень, ладно. Давай еще. Давай, последняя попытка. Коля, Коля! Вот так. Вторую руку тоже сюда поставь. Вот он, красавчик. Ну все, Жень, опускай. Опускай, Коля. Коль, за веревку, Коль, за веревку не держи руки в стороны. Вот так, да, или перед собой. Я все понял, Жень, что ты говоришь. Не хватило. Не могу открутить. Ну сейчас отдохнешь. Вторую попытку сделаешь. Срочно на турник.